Температура на стадионе Фортрес далеко ниже нуля. Но суперстрайкеры сегодня отжигают. Назад! Отжигают и нападают. Гол! Как думаешь, они назовут это празднованием гола? Мак, мне кажется, это суперснеговик. Суперстрайкеры! Подожди! Шейкс! Спенза! Отлично отыграли! Спасибо! Слушай, а у вас есть свободное место до Колдрена? Просто Френ во время поездок становится... Ну такой. Уже! Мы отстаем от графика! Стив, выключи телефон! Спенза, хватит болтать! Привет, Шейкс! И может кто-нибудь разбудить Сандру? Подумай о плюсах. Хотя бы на игру ты не опаздываешь. Большое спасибо. Спенза, двигай! Суперстрайкеры. С приветом из солнечной Фературы. Поскорее бы сесть в страйкер-джет. Удобные сиденья. Тепло. Нормальное средство для ухода. Тепло. Я даже не откажусь от нашей самолетной лазаньи. Тепло. Привет, друг. Здорово. Извините, непогода. Самолетом нельзя взлетать. Что? Поверишь, в это не могу. Спенса и фанаты едут туда на автобусе. Насколько я знаю, до Фератувии отсюда всего день пути. Да ладно, чуваки, это ведь просто снежок. Не думаю, что Страйкер Джет из-за этого свалится с неба. А? Ну, поехали. Добро пожаловать на прямой эфир с Эль Матадором, где вы сможете увидеть увлекательное закулисье. Самое увлекательное здесь – угадывать, когда Клаус попросится в туалет. Ой, да ладно, все не так уж плохо. Мы делаем ставки на то, сколько раз он сходит. Держу кулачок за 7 раз. Эль Матадор, ты ослепить нас хочешь? Я должен выглядеть в прямом эфире безупречно. О, привет, Спенс. Ну, и как прошел полет на страйкер-джете? Ну, вообще, самолет не выпустили, поэтому нам пришлось ехать на колесах. А, не завидую тебе, приятель. Хотел бы я сказать, что вас ждет живописная поездка, но... Поехали, народ! Мы уже на 47 секунд отстаем от графика! Мне пора, пока! И, пожалуйста, может кто-нибудь наконец разбудит Сандру? Карта-книга. Я не знал, что люди до сих пор такими пользуются. Вы покидаете Альпы. Спасибо за посещение. Есть ведь GPS-тренер. Вы въезжаете на территорию Фератувии. Да. Добро пожаловать в Фератувию. Вполне очевидно, где мы находимся. Интересно, что это вороны слетели? Смерть! Что? Что? Вороны считаются вестниками смерти. В этой поездке настолько скучно, что я уже начал читать энциклопедию. Тренер, мне нужно срочно выйти в туалет. Кто ставил на 10 раз? Похоже, мой прямой эфир становится все интереснее. Ау! Не думаю, что мне нравится это место. Как-то здесь жутковато. И не говори, каким нужно быть чудовищем, чтобы бросить фигурки Эль Матадора в коробку на распродажу! Я пробудился. Благодаря этому будильнику клуба Грим за 3,99. Вряд ли мы их фанаты. Тогда как насчет этого? Мяч для страхобола? Все готово. Уходим скорее. Немедленно созовите фан-клуб. Похоже, в нашу паутину попали мухи. Кстати, они по 4,99.
С вами Эль Матадор, и это обход сувенирной лавки футбольного клуба Грим. Пахнет странно, продавец странный грубиян, а фигурки Эль Матадора стоят гораздо ниже рыночной цены. Ого, как же круто, что Эль Матадор ведет трансляцию. Такое чувство, будто мы едем вместе с ними. Только мы их опережаем на 3 часа, Стив. Ваша еда готова, уважаемые господа. Бургеры Носферату, гуляш, вампароны с сыром и пицца с ананасом! Ну, обязательно было делать здесь все в этой тематике. Время на обед подходит к концу. У вас полминуты, чтобы доесть. 25 секунд! Ну, по крайней мере, мы узнали, что в Фератуве самая жуткая... 15 секунд! Ого, поле выглядит довольно мрачно, чуваки. Как же стрёмно. Обстановка здесь идеальная, потому что я придумал атакующую тактику, которая наведет жути на грим. Итак, чтобы она сработала, Клаус, Шейкс и Эль Матадор должны бежать по волне одной длины. Нет. Проблем? Тренер. Смешно. А теперь готовьтесь переплестись. Серьезная проблема. Да, не то слово. Туалетная бумага? Реально, Морт? Извини, Фэнк, я отдал свой костюм мумии в химчистку. Насчет суперстрайкеров не переживай, Клавдия. Мы не дадим им возможности использовать этот прием против Гри. Отжимания на одной руке могут быть опасны в неумелых руках. Руке. Эй, куда пропала связь? GPS тоже не работает. Хорошо, что у нас есть карта. В книге. Тренер, страницы, которые нам нужны, пропали. Мне нужно в туалет. Да, мне тоже. Это Шейкс, я в пути. Оставьте сообщение. До сих пор не дозвонюсь до Шейкса. Может, у них связь пропала, потому что у Эль Матадора пропала трансляция. Но мы ехали по тому же маршруту. У нас связь была. Все в порядке. Тренер следит за графиком даже строже, чем я. Даже не знаю. Нет времени на беспокойство, потому что отбой начинается сейчас. Все не так уж плохо. Ночь на дикой природе закалит вас перед матчем с Грим. Но, тренер, как я смогу тут уснуть? Нет ни кондиционера, ни обслуживания номеров. Ты в детстве в поход никогда не ходил? Поход? Что это? Ну, когда спите под звездами, готовите еду на костре. Поете всякие песни. Вы это все выдумываете, чтобы меня напугать? Это поход! Мне здесь нравится. Туалеты буквально повсюду. Гоните, тренер! Пытаю! Аккумулятор сел! Давай!
давайте не делать поспешных выводов. Наверняка есть рациональное объяснение, почему двигатель... Фанаты, если вы это увидите, мы заблудились в лесу. Как же здесь страшно! Здесь слишком плохое освещение. Спускаемся, чуваки. Блин, а вот это уже было реально страшно. Да, я не пойму, кто или что это был. Слушайте, парни. Я не знаю, что происходит, но больше всего меня пугает отмена матча с Грим. Мы должны успеть на игру. Господи, и как нам вернуться к автобусу? Меня уже реально начинают бесить эти птицы. Нет, нельзя здесь останавливаться. Мы отстанем от графика. Мы опоздаем! Спенса? От Шейкса до сих пор нет вестей. Надо ехать на поиски. Ну, не знаю, Спенс. Не факт, что мы их найдем. Да и мы отстанем от графика. Какой смысл вовремя приезжать на матч, если там не будет команды, которую мы поддерживаем? Извини, Стив. Ладно, парни, кажется, я разобрался. Мне это 3 суток не внушает доверия. Ну, ты можешь остаться здесь и ждать, пока вернется твой волшебный GPS. Ну почему вы такой упрямый? Никого я не упрямый. Слушайте, почему бы не спеть походную песенку? Какого не говори поход? Этого слова. Хватит. Поход. Отпусти меня, болван! Товарищи по команде уже начали ссориться друг с другом, поэтому я хочу оставить последнее сообщение. Я ни в чем не виноват. Ха-ха-ха-ха! Я же говорил, что мы выберемся. Ты снова ошибся, танцующий Раста. Не хочу расстраивать вас, тренер, но... Мы вернулись в самое начало! Ну все, с меня хватит! Я испеку из тебя пирог, тупая птица! Завтракать будете? Да! Открывай уже дверь! Да пытаюсь я! Осторожней, приятель! Уйдите с моей дороги! Наконец-то! Я так больше не могу! Тихо! Вы точно сможете нормально играть после такой ночки? Скажем так, нам понадобится собрать все силы. Ну, вы слышали Шейкса? Идемте на стадион и хорошенько поддержим ребят! Супер-страйкеры! 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 Сандра! Стопайте быстрее! Супер! У вас 3 минуты, чтобы сесть на свои места! Сандра, просыпайся! Матч начинается! 5 минуточек. А? Добро пожаловать в Фератуни! Матч на стадионе Колдрон. Последнее время суперстрайкеры в отличной форме. Но АФК Грин умеет вселять ужас в сердца соперников. Ладно, еще сама команда. Посмотри на фанатов бренда. Грим! 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 Ну и кто отстает от графика, Стив? Игра началась. Эль Матадор! Да! Я возьму! Нет, я!
Прекрати это виноват! Ты виноват! Грим! 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 Так, это уже не смешно. Ну уже, Френ, куда ты пропала? Ну давай! Пожалуйста, выпустите нас! Выпустите нас! Серьезно, Сандра? А, что намечается? Готовы, ребята? Нет. Начинай уже, Шейкс! Боюсь, фанаты-гости не выдерживают напора фанатов Грим. Настоящие упыри, но паркуются они отвратительно. Может, мне вместо вас пойти в атаку? Ты не можешь не лезть мне под ноги. А я тебе говорю, что беру его на себя! Привет, тренер. Ну-ка, сели. На тренировке у вас все отлично получалось. Что случилось на поле? Я вас люблю, ребята, но 2 дня езды в одном автобусе – это как… Это словно зубная боль. Просто кошмар. Ужасно. Я знаю. И это еще я молчу о чудовищных лишениях в походе. И те чудовища из леса. Те чудовища были чертовыми фанатами Грим. Это же… Да, они украли ваш аккумулятор. Ха-ха! Я же говорил вам, что я не виноват. Слушайте, ребята. Нас обманули, подставили и запугали. Мотивационная речь. Продолжай. Но мы все равно пойдем и одержим победу в этом матче. Не ради очков или даже друг друга, но ради фанатов. Без их поддержки нас бы здесь вообще не было. Поэтому давайте дадим им повод порадоваться. После перерыва суперстрайкеры приободрились. И, к счастью для них, фанаты тоже включились в процесс. Суперстрайкеры! Супер-грим! Но вряд ли кому-то удастся перекричать фанатов Грим. Грим! 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 Началась контратака. Еле отбил мяч, но ворота суперстрайкеров остаются под угрозой. Уже! Мы нужны ребятам! Суперстрайкеры! 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 Давайте! Громче! Грим! Громче! Грим! Суперстрайкеры! Фанаты суперстрайкеров решили выложиться на полную! Суперстрайкеры! Суперстрайкеры! Пора доставать наш козырь из рукава. Сандру, но она ведь все время спит. Это потому, что она экономит энергию. Сандра, суперстрайкеры проигрывают. Суперстрайкеры! 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 Супер-страйкеры! Супер-страйкеры!
добро пожаловать на очередное прямое включение с Эль Матадором. А я на Страйкер-Джете. Стив, время ужина. Лазанья со Страйкер-Джетом. Вот так бы всегда путешествовать. Да. Не жизнь, а сказка. Март! Добро пожаловать в сувенирную лавку Грим! Да-да, где тут туалет? Моему другу нужно по-маленькому! Немедленно созовите фан-клуб. Похоже, в нашу паутину попали мухи. Кстати, они по 4,90... Что? Что? Мы ее продали? Мы продали паутину? Я поверить в это не могу! Ладно, ребята. На выходных придется нелегко. Барка стали гораздо сильнее. Они хорошо владеют мечом. И в редких случаях, когда они его все же теряют, они немедленно пытаются вернуть инициативу в свои руки. Единственный выход – быстрые контратаки и дальние передачи. А значит, тренировки перед матчем должны проходить... Погодите, тренер, я не могу слушать ваши суперинтересные стратегические брифинги без попкорна с тройным шоколадом, зефиром и ореховым маслом. Только, пожалуйста, быстрее, Клаус. Почти готово. Еще несколько секунд. Уже вот-вот. Может, кто-нибудь тоже хочет немного попкорна? Суперстрайкеры! Сепак Такрау! Добро пожаловать в международный аэропорт Куала-Лумпур. А, это отвратительно! Какая мерзость, чуваки! Что нас там ждет, парни? Попкорн! Шоколад! Зефир! И арахисовое масло, конечно. О, липкое, жирное. И хрустящее. Сколько это все займет? Нам нужно как можно скорее попасть в Барселону. Не менее 12 часов. Большое спасибо! Извините, ребята, буду вам должен. Точно не хотите поесть попкорна с тройным шоколадом и зефиром? Нет? Эль Матадор! Сколько ты еще будешь зависать в душе? Скоро выйду. Мне только нужно умыть лицо, обработать его пудрой, чистящим скрабом, чистящим скрабом, скрабящим чистящим и... Нет. Не делай нет, этого. Нет, нет, нет. Ладно. Следующим купаться идешь ты. Ага, только попадешь ты туда в следующем веке. Застрял в аэропорту на 12 часов. Есть идеи, как спастись от скуки? Гонки с тележками. Накупи шоколадок. Зайди в магазин сувениров. Накупи целую кучу шоколада. Не прохлаждайся. Потренируйся перед игрой. Скупи весь шоколад в магазине. Шейкс. М? И куда ты собрался? Я хотел осмотреться. Ноги размять. Я здесь с ума сойду, тренер. Ладно. Есть! Но только быстро! Никаких больше задержек! Мы должны идеально подготовиться к матчу с Баркой! А? Что это? Это мяч для Сепак Такрау. Это какой-то ритуал? Сепак Такрау — это никакой не ритуал. Это самый крутой спорт на свете! Ага, вот тут я с тобой не соглашусь. Что может быть лучше футбола? Посмотри на постер А42 и сам увидишь. А следующий. Ух ты! А? Клаус? Шейкс? В чем дело? Зачем прячешься? Я нашел идеальное место для тренировки.
Но нужно ускользнуть без ведома тренера. Но тренер будет этому только рад. Почему не отпросишься? Тайгер, да! Ну-ка отойди. Каждый 16-й, попадая на мокрый пол, травмирует лодыжку. Извини, Таста, но ты можешь порезаться бумагой. Даже не вздумайте двигаться с места. Так что, прикроешь меня? Даже не знаю, Шейкс. Он и так злится на меня за тот попкорн с тройным шоколадом, зефиром и арахисовым маслом. Соглашайся, это реально поможет против Барка. И, кстати, ты мне должен. Кто-нибудь знает, где посмотреть Сипак Такрау в Куала-Лумпур? Сходи на Эсис против Майти Джаггернаутс. Шейкс в Куале! Нечего по городу ездить. Тренируйся. И накупи шоколада. Приезжай к моей маме. Сфоткаемся. Ах, трудно сейчас оставаться незамеченным. Поможет нам победить Барка. Норкшоу! Плохая осанка приводит к травмам. Тренер, прекращайте. Не заставляйте нас сидеть здесь без дела еще 6 часов. Да. И как Шек смог уйти гулять, пока мы застряли в этом смертельно скучном зале ожидания? Ну и где он? Привет, это Шейкс. Оставьте сообщение. Шейк сказал, что он пошел в магазин. Кажется, он находится в противоположной части аэропорта! Всем остальным оставаться на месте! Какое облегчение! Не завидую я сейчас Шейксу! Точняк! Да, я пока быстренько сбегаю в туалет. Говорил я ему не есть со штанов. Угу. Вот мы и дождались, народ. Сегодня проводится полуфинал чемпионата по сипактакрау. Кто же одержит победу, Aces или Джаггернауты? Эйсес официально выходит в финал! Мое колено травмировал, когда упал. Сможешь выйти вечером на игру? Мы обречены! Может, я смогу помочь? А ты кто? Эй, слышала? Здесь был Шейкс из Суперстрайкеров. Слышали? Здесь был Шейкс. Да ладно? Да, здесь был Шейкс. И куда он отсюда ушел? Ну, я его лично не видела. Но она видела. Блин, вот засада. Тренер меня прибьет. О, здравствуйте. Вы не видели тут парня с такой прической? Что? Шейкс подписывает бутсы в спортивном магазине? Он ведь может растянуть запястье. Похоже, футбол у вас не смотрят. Нет, у нас больше уважают Сипак Такрау. Именно поэтому мы не собираемся брать незнакомого новичка на замену. Неплохо, неплохо для новичка. Но зачем тебе играть за нас? Какой тебе прок? Просто хочу научиться чему-то новому. Ладно, хорошо. Посмотрим, что умеешь. Да, офигенно! Одна проблемка. Какие правила? Да, мы точно обречены. Если подыграешь, буду у тебя в долгу, ладно? Что угодно для Суперстрайкера. Супер. Короче, если кто спросит, эти бутсы подписал Шейкс. Тренер! Ты видел здесь Шейкса? Да, он подписал эти бутсы. Похоже на подпись Шейкса, но немного отличается. Будто ее подделал ребенок или обученная обезьянка.
Хорошего вам дня, тренер! Спасибо, я у тебя в долгу. Постой. Подпиши мне все эти бутсы, и мы в расчете. Теперь только своим именем. И зачем я говорю, что я всем должен? Если не хочешь опозорить нас сегодня вечером, салага, тебе нужно выучить базовые удары. Удар щечкой. Есть. Удар шведкой. Понял. Удар коленом. Расплюнуть. Головой. Похоже, у меня неплохо получается. Удар через голову. Я называю его велосипедным. Ого! Может, у нас еще есть шанс? Возможно. Но если хотим быть уверенными, ты должен выучить винтовой удар. Винтовой? Да! Это именно то, что мне нужно. Дай-ка попробую. Забудь все, что я сказал. Мы точно обречены. Я знал, что вы играете как любители, но этот парень, да уж. И правильно, что прячешь лицо, потому что ты опозорился. Кто эти чудаки? Лучше бы ты не спрашивал. Сейчас начнется. Веном. Ратлер. Хис. И вместе мы... Вайперис! Это наши соперники. Шейкс, подойдите в VIP-зону. Шейкс, пожалуйста, да где же он? Он вечно сидит в Нетере. Может, напишите ему? В Нетте, значит? Нет, в Нетере. Дорогой Шейкс, куда ты подевался? Я обошел весь аэропорт в поисках тебя. Наш рейс вылетает через 3 часа. Я хочу, чтобы ты немедленно вернулся в VIP-зону, а не то... Эй! Кажется, он сломан. Нет, вы превысили лимит в 120 символов. Что? Какой бред? Как можно общаться такими короткими сообщениями? Не знаю. Справляемся. Как-то. О, как же смешно. Лол. Ты не хочешь снять повязку? Я стеснительный. К тому же, не похоже, что тут есть дресс-код. Вайперы! Тут ты прав. Добро пожаловать на финал чемпионата Пассив Пактакрау в Куала-Лумпуре. Здесь вайперы! Вперед, вайперы! Вайперы навсегда! Титул будет нашим! Против команды Aces! Вперед, Aces! Мы одержим победу! Эй, а кто этот новенький? В Нете он так и не ответил. Нетер! Ну все, если я сейчас же не увижу Шейкса, я звоню в полицию. Что же мне делать? Что же мне делать? Алло, я хотел бы сообщить о... А, уже не важно. Эй, Шейкс! Ну-ка, остановись! Сет уходит в пользу Aces. Блин, где они откопали этого парня? Вайблинг, ну-ка подойди. Кто-то ведь должен о нем что-то знать. Шейкс в Куале! Сфоткаемся? Приезжай к моей маме. Наш рейс вылетает через 3 часа. Я понял, кто это такой. И знаю, как его остановить. Эй, фанаты суперстрайкеров, обязательно посмотрите, как Шейкс играет в финале Пасси Пактакрау. Вайперы! Эй, Вайплинг, это кричалка только для избранных. Знай свое место. Ребят, тут в Нетере пишет, что Шейкс играет в финале турнира по какому-то безумному футбольному волейболу. Офигеть! Тренер будет вне себя от ярости. Так что... Он побеждает?
А вот это уже нехорошо. Сет уходит в пользу Вайперов. Соберись, новичок. Не витай в облаках. Мне нужно кое-куда быстренько сбегать. Ладно, теперь мы на все 100% обречены. Боже, надеюсь, меня никто не видел. Посмотрите, как Шейкс играет в финале по Сепактакрау. Похоже, Шейкс играет в Сепактакрау в Куала-Лумпуре. Фотки есть? Это точно фотошоп. Это фейк. Уф, не засекли. Пока. Да, я здесь. Мы в курсе, Шейкс. Почему не позовешь тренера на помощь? Ах да, он ведь не знает, что ты здесь. Давайте разберемся на площадке, а не вот так. В этом нет смысла. Потому что тебя укусили вайперы. Вы там позируете, да? Да. Поспеши, Шейкс! Если он не вернется через 5 минут, вас снимут. Точно обречены! Слухи не лгут. Я решил сыграть в Сепактакрау, но застрял в раздевалке. Помогите, нужно выиграть матч. Черт, тренер меня прибьет. О, нет! Эй, ребята, смотрите, там Шейкс! Шейкс? Шейкс? Который из суперстрайкеров? Все, попался! Шейкс! Ух ты, это правда ты! Я не могу! Шейкс! 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 Так кто же ты такой? Обычный парень, который хочет научиться играть лучше. Что ж, сойдет. Раз, два, три. Эйсес! Это было странно. Еще одно очко за Aces. Шейкс, если хотим выиграть, тебе нужно что-то менять. Сделай винтовой удар. Ну не знаю, в прошлый раз не получилось. Да ладно, ты ведь Шейкс из суперстрайкеров. Или что там орут эти чокнутые фанаты? Шейкс! Шейкс! Новичок, но поработай над винтовым ударом. Да, я постараюсь. Поздравляем! Ну все, Шейкс, вылетаем через полчаса. Если ты сейчас же не выйдешь, я вынесу эту дверь с ноги. 3, 2, 1. Привет. Шейкс? И где ты был? Да так, немного подремал, поел, попереписывался. Ничего необычного. Хм.
Хорошо. Главное, вернись в VIP-зал, ладно? Стой! Это еще не все. Удали Нетер с моего телефона. У меня уже голова пухнет от этих уведомлений. Конечно, тренер. Сегодня матч на Фоукэм. Барка принимают суперстрайкеров. Народ, не напомните правила этой игры? Барка показывает, что их нелегко одолеть. Ну вот и перехват! Танцующий Раста делает опасную передачу, но Клаус мчит как молния! Ого! Похоже, он поработал над физической формой. Эль Матадор у ворот. Но мяч пролетает над его головой. Винтовой удар! Гол! И где он только этому научился? У тебя получилось. Неплохо. Для новичка. Iron Tank столкнулись с новой командой Суперлиги – FK Cognito. Ничья для новичков была бы просто потрясающим результатом. Что ж, подозреваю, у тренера Cognito есть какой-то козырь в рукаве. Иньо известна своей стратегией, а также тем, что никогда не сдается. Ого! Эти ребята из Cognito просто звери! Да, у них на пути стоит большое препятствие. Берегись! Это плохо кончится! Что? С каких пор Йохан Обер боится делать подкат? Знаешь, не только Iron Tank чувствует себя некомфортно. Да ладно тебе, нормальная у меня квартира. Извини, но я с тобой не соглашусь. Суперстрайкеры. Жить на широкую ногу. Вот же ж! Когда его наконец починят? Да! Боже, ты здесь не развернешься! Я был в аду! Шейксу нужно найти дом побольше! И хороший интерьер ему не помешает! Поставить свою статую в каждой комнате – это нехороший интерьер, Эль Матадор. Эй! Между прочим, мой дом представлен в журнале Posh Pet. Там сказано, что этот стиль называется классическо-современный китч. Как будто ты знаешь, что это. Это значит, что у меня крутой дом! Привет, ребят! Спенза, мы встречались уже раз 100. Эль Матадор, я 3 месяца мыл твои бутсы. Ты говорил, я тебе как брат. Я все забыл. О, так это ж Спенза. Конечно, я вспомнил. Скажи своему другу найти новый дом. Привет, Спенс. Привет, Шекс. Зацени-ка. Никогда не видел Убера таким напуганным. Убер, почему вы не помешали забить решающий гол в свои ворота? Я чувствовал себя не в своей тарелке на поле, будто что-то изменилось. Иньо, похоже, ваша репутация мастера манипуляций оправдалась. Моя задача, как и у любого тренера, понимать, как думает противник. Знать о них все до мельчайших подробностей и использовать это в свою пользу. И как вы провернули это против Iron Tank? А об этом я умолчу. Как думаешь, мы справимся с Cognito? Слушай сюда, Шейкс. Забудь про Cognito и сосредоточься на важном. Наш общий матч в SL4000X. Да! Ну, и как проходит исследование? С этим матчем будет чуточку сложнее, чем с остальными. Тренер суперстрайкеров – один из величайших умов футбола. А значит, нужно копнуть глубже. Туда, откуда тренер даже не подумает ждать удар. Классическо-современный китч. И это наша цель? Прочти статью. О,
Ух ты! Вижу, Эль Матадор никак не уймется. Вот мой шкаф для обуви. Он в два раза больше квартиры Шейкса. Этому парню нужно подыскать себе место побольше. Ну а что, мог бы обзавестись домашним кинотеатром. Мы довольно много играем в приставку. Говори за себя, Спенс. Шейкс! 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 Привет. Привет! Шейкс! Вам помочь? Меня прислали твои товарищи. И кто вы? Пенелопа Вандервудлин, звездный агент по недвижимости. Вот же ж. Хочешь найти новый дом? Слушай, Пенелопа, это все здорово, но мы сейчас немного заняты. Но, Шейкс, у тебя может быть кладовая? Или бассейн? Или домашний кинотеатр? О? Да ладно, что тебе терять? Ну, кроме пары часов в SL-4000X. А, ладно. Что думаете, старина? На мой вкус, слишком помпезно. Классика. Китч. Современность. Да, слишком по-эль-матадорски. Ребята, вы такие смешные! Ладно, есть у меня еще один вариант. И на работающем звонке приятное не заканчивается. Из этого дома завораживающий вид. Бассейн со стеклянным дном. В каждой из 10 спален стоят водные кровати. И, разумеется, сверхсовременный домашний кинотеатр. С ума сойти! Этот дом просто шикарен! А теперь скажи активировать. Активировать? Сигнализация активирована. Деактивировать. Это все, конечно, здорово, но мне это без надобности. Большую часть времени я на тренировках. Ну, есть здесь еще одна вещь. Может быть. Говорят, бывший владелец сильно фанател от футбола. У-ху! Да! Да! У-ху! Да! Как и круто! Новый владелец. Я хочу жить здесь вечно! Ого! Ну все, делаю ремонт. Только пообещай, что устроим у тебя вечеринку, если победим Когнито. Когда мы победим Когнито, господа? Но нам нужно посмотреть пресс-конференцию. Наш репортер Лина Лонг взяла интервью у тренера Когнито в их тренировочном лагере. Итак, Иньо, что вы думаете о своем следующем испытании? Легендарном тактике из команды в красном, тренере. Если бы меня это беспокоило, позволила бы я снимать нашу тренировку. Ух ты! Нам нужно менять подход к тренировкам. Может, попробуем формацию 3-5-3? Поднажмем в атаке. Нет. Она этого и добивается. Чтобы мы изменили стратегию. Но, возможно, она показала нам больше, чем планировала. О чем вы, тренер? Нападающие намеренно старались не бить в одну область ворот. Слабое место вратаря. На тренировках уделите этому месту особое внимание, пока не сможете не просто попадать, а не сможете промазать. Я нашел идеальное место для тренировок на досуге. Это кто? Отлично. Давайте воспользуемся домашним преимуществом. Деактивировать. С возвращением домой, мистер Шейкс. Привет. Окна. Свет. Огонь. Вода. Ну и ну. К такому недолго и привыкнуть. Привет,
Шейкс! Привет, Спенс! Пришло время для SL4000X! Не могу! Тренер сказал больше тренироваться! Отлично! Мне тоже нужны тренировки! SL4000X, берегись! Обожаю этот дом. Доброе утро, сэр. Пора просыпаться. Вам звонок с неизвестного номера. Ответь. Привет, Пенелопа. Ну, как тебе дом? Довольно крутой. И что? Пользуешься его главным преимуществом? Даже больше, чем планировал. Я так рада, что все так хорошо складывается. Слушай, может, придешь на игру? Могу достать билеты в первый ряд. О, как мило, Шейкс. Но я не могу. У меня на сегодня запланировано кое-что важное. Ладно, хорошо. Слушай... Ну, пока. В Страйкерленде сегодня матч. На прошлой неделе ей удалось расправиться с Iron Tanks. Может ли она повторить свой успех сегодня? Сегодня на одном поле два величайших футбольных ума. Я считаю себя тоже своего рода величайшим футбольным умом Бренда. Ха, ладно. Сегодня на одном поле три величайших футбольных ума. Класс. Ну что, Шейкс? Готов забивать в ворота? Еще как. Много тренировался на досуге. Так значит, ты рад, что переехал? Вот и отлично. Можешь не благодарить. Надеюсь, ты прибрался дома, потому что мы будем там тусить. Игра началась. Офсайд, Когнито. У тренера хороший план. Даже не обладая мячом, Когнито рвутся вперед. И отнимают мяч. А теперь суперстрайкеры оттягивают Когнито. Суперстрайкеры контратакуют. Появилась возможность забивать. Почти попал, Шейкс. Но на тренировках ведь получалось. Какая необычная стратегия. На месте тренера я сказал бы Шейксу бить в ворота. Шейкс! Что вообще происходит? Я думал, ты тренировался у себя дома, но, по всей видимости, ты играл в видеоигры с этим... С Пензой? С ним! Но, тренер, что-то здесь не так. Я правда тренировался. Тренер прав. Ты не готов к образу жизни футбольной суперзвезды. Не-а, ни капельки. Но это ведь была ваша идея. Вы даже прислали мне своего агента по недвижимости. Кого? Пенелопа Вандер Вудлин. Вандер Ктодлин? Звездный агент по недвижимости. Я такой не знаю. Но если не вы мне ее подослали, то кто? Номер, который вы набрали, заблокирован. Не лучшая игра в первом тайме, Шейкс. Что происходит? Привет, Лина. Да, я будто не чувствовал себя в своей тарелке. Ребята, у вас сейчас не возникло чувства дежавю? Я чувствовал себя не в своей тарелке на поле. Можно сказать, дежавудлен. Агент по недвижимости? Новый дом?
Это точно связано. Вы ведь не думаете, что это... Иньо четко сказала. Стратегия Когнито – узнать всю информацию о сопернике и использовать это для своего преимущества. Но как можно использовать для этого до? Понятия не имею. Но знаю, кто мог бы это выяснить. А, точно, это парень. Да, как там его? Спенза! Шейкс, что такое? Я спал. Ты не смотришь матч? А сейчас идет матч? Слушай, мы думаем, что Пенелопа не та, за кого себя выдает. Ты должен пойти ко мне домой, и Шейкс, у тебя будет важное Шейкс, задание. Ты Шейкс. Должен проверить футбольное поле. Шейкс! Мне пора, Спенс. Я и так у тебя дома, чувак. Тренеры готовятся ко второму, крайне напряженному и конкурентному тайму. Потихоньку, Спенза. Потихоньку. Назовите себя. Привет, это я, Шейкс, я дома. Вызываю полицию. Но, я Шейкс. Полиция выехала. Да хорош, дом, нечестно. Усыпляю постороннего. Суперстрайкеры играют осторожно. Да, в нападении у тренера возникли трудности, и ему сейчас лишний риск ни к чему. Даже неправильно не выходит. То есть правильно, то есть... Начинается контратака. Не прохлаждайся, Шейкс! Назовите себя. А? Назовите себя. Назовите себя. Биг Бо выбрасывает мяч Норд Шоу. Назовите себя. Привет. Голос Шейкса определен. Пожалуйста, подтвердите. Да, это я. Наверное. Личность подтверждена. С возвращением домой, сэр. Вскоре приедет полиция для подтверждения личности. Отходите! Отходите! О, в защите у суперстрайкеров полное смятение! Когнито прорывается! Скорее, Спенза! Газон нормальный. Здесь ничего. Поле расположено ровно. Мяч круглый. Тренера я заменил бы Шейкса. Ха, так и знал. Иньо нас обыграла, тренер. Вы должны меня заменить. Тренер, какого размера ворота в Суперлиге? 732 на 244. Что ж, тогда ворота Шейкса практически на 30 сантиметров больше. Значит, я тренировался забивать в ворота большего размера? И зря потратил на это несколько дней? Что ж, Иньо нас обоих обманула. Вся эта пресс-конференция была подставой. Ну что, мне тебя заменить? Хорошо. Потому что пришло время положить конец этим играм. А? Он остается на поле? Похоже, я не один из величайших футбольных умов. Давай, давай! Я не имею права пропустить концовку игры! Место Шейкс! Ради вашей же безопасности выйдите из дома и подтвердите свою личность. Привет! Время матча уже на исходе, и между двумя тренерами нарастает напряжение. Не знал, что ты открыла свой бизнес, Иньо, в недвижимости. Мой бизнес – это победы на футбольном поле, тренер. Раскрыла слабость вратаря, чтобы заманить нас в ловушку? Смелый ход, но ошибочный. Теперь мы знаем твой план. И Шейкс наводит прицел.
А может, это был двойной блеф, тренер? Может, это сильная сторона моего вратаря? Наш тройной блеф. Какой незамысловатый гол! Да, похоже, вратарь ошибся с направлением. Как говорится, перемудрили. Хм. И все-таки мы с тобой два величайших футбольных ума Брэда. Молодец, Барри! Класс! Вперед, страйкеры! Ладно, вперед, страйкеры. Как там тебя зовут? Спенза! Да, точно. Поедешь с нами. Помнишь наш уговор? Вечеринка у меня? Да, точно. И как вам моя вечеринка? Столько народу собралось. Мы так не договаривались. Да, брат, она должна была проходить в новом доме. Мы так и не увидели дом, из-за которого все это приключилось. Ну, не знаю, похоже, тот дом был слишком роскошным для тебя, Шейкс. Ну и ладно, здесь у меня все, что мне нужно. Даже рабочий звонок. Привет всем. Спасибо! Ты мне на ногу встал, приятель! Я сейчас пришел! Да! Погоди!